Was hat der des Becknus? Ты хелехульдас. Вася, вот ты в ДД. Давайте посмотрим, у нас времени немного. Шкаф. Че, тебя не суманулись, что ли? Повторите. А лок кто-нибудь поставит камушки? Любой. Это убийца пожарного? Где? Отсюда. Да-да, правильно попал. Иди отсюда. Какой трай? Кыш. Победный. Понял, не мешаю. Трай 105-й, май. Мой член не влазит в твою матку. За маленькая матка такая. Кстати, еду не дали, нахуй. Ладно. Таймера нету. А я опять дебил, бля. Блять, стоят до талого, блядь. Завтра на работу еще, блядь. В смысле? Вон. В день? Угу. И послезавтра тоже. Я а ебашу теперь. Он тут тебя пет не бьет. Беги, малышка, беги! Ближе ко входу. Будет, наверное, аккуратно. Ко входу. Давай, давай, давай. Все ко входу идем. Вплотную. Все, отошли от огня, все. Да, блять, вы что так такой выходите? Я в ахуй просто, блять. Выпал Берни, Эвенрос. Сейчас будем к огню скидывать. Дебаф лок сразу. Далеко, но не уходите сейчас. 5 секунд огонь. Скинем туда. Давайте скидываем. Все идем к огню. Быстрее. Все, вышли. Рассредоточились по кругу. Не надо бегать. Как сталь на одно место, так и стоять. Ближе к центру, ну, чем-то. Ближе к центру, да. Первый огонь мы будем в мили скидывать. Блюдес на себя частицу повесил. Бэл. Бэл, 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 да. Мили, мили все. Вышли. Забирай огонь. Понял. Не, кама. Рано еще. Заспан. Люди вообще, люди вообще не понимают, что происходит. Кое-какие. Про фейс-роллы?
А он всегда лицом в пол лежит, обязательно пожарный. Падайте в обычки, блин. Угу. Даже нет смысла вообще. Быстрее, быстрее, быстрее. Закрывай просто на фул все, в обычки, все. Все, я пошел к пацанам. Я тут больше не нужен. Вы еще Макса, что ли? Конечно. Какой-то трай. Второй трай. Не сдавайтесь, у вас все обязательно получится. Кому-то может понятно. Если вроде просто передвигаться надо уметь. Если вроде 4 человека добило, сори, то вы не убьете. Если кого-то обидел. Ну это правда. Хант, убери, пожалуйста, дух стая. Не хватает лампы. Пошли. Только не помимо. Ну да, креветочка, блядь, вроде все понятно. Угу, да, согласен. ШП может эти мины взорвать на перефазе в тучке и под сапогами. Ну или танк. Вот маг, так. Маг тоже неплохо справился. Угу, шкали же. Не будет Берни мага. Чё это он лежать будет, блядь, отдыхать? Давай, держу. Давай начнем. А, да, 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 блять.
привычки. Да. Ну ладно, хоть. Я думал, мы в хэме будем. С утра и все. Времени нету. Уже, блядь. Мне уже пора, если честно, за спину ушлись. Да там человек 5 поменять и нормально будет. На следующем КД. Гильяр, можешь на двух боссах досидеть? Я сейчас без войса буду. Ну ты можешь уйти, он что-то разок без тебя не справится, что ли? Это ж пора давным-давно, блин. Я типа сейчас сам отвалюсь. Алян, давайте все РДТ в одну минуту. Кира. Валерчика, да, давайте, у него жопа красивая. Великие отошли от РДТ, бомбота ловить. ДКшки, аколы-то. Бомботы, да. Ну, трэш заливаем. Турмового. РДД все голуби эти, танк там типа когда я. Бомбот идет. Ло. Велики все судно бьем. Первая жизнь 20 как ретанул. Хотя бы крыль, в отличие от меня. Сыгра среда, тут здесь все и сразу будет. Вот, видишь, как? Угу. РДД голову ветит с центром мельки низ. Да-да, сундук не открывайте. Мелики тоже сейчас тело, если что, могут быть одновременно, надо убить. Центр будет больше урона. Голова стоп. Голова стопните, бейте все центр. Голову вообще не бейте пока. За спину, бараш. По минам аккуратно не взорвитесь. Центр и низ больше урона. Голову вообще не бейте пока. Низ больше. Все можете добивать. Отошли. Ну на мужика. Добили, устрои. Сундук не трогайте, ой, никто. Чуть не кинули меня. Отойдите все от сундука. Шакомару, отойди. Уйдите все. Заходи. Ждем это от ТПшной, сейчас я открою. Все, тебе... ОД дала? Все. Команда, а тебе вот. Так. А Сэнч Пухта пишет третий раз, да, 4. Походу, да, я многие до этого отдал. Но до этого ноги набрал, писал 3-4, сейчас опять 3-4 пишет. Надо отписать, блядь, я думал, четвертый кусок у тебя. Какие они прикольные, кстати, да.
тут по-любому цвет. Я не могу язык-то поменять, так что-то написать. Понимаю. Проебал шмотку, понял. Спасибо. А, серьезно? Да я не могу поменять тут по языку, но у меня 20 раз поменялся. Понял. Залейте искру, пожалуйста, рядом с вами стоит с левой стороны. Вот лоу ушли руки. Твёртый кусок, блин. Но. Там маг, рога, друид, если всё ещё крыльцы. Опалившись галерея, если всё тупо. Да, а звук там бой больше. Я так полагаю, до проноса не будет, да? Ну вот, до проноса, скорее всего, не будет. Че, с чем расходимся? Ну, уголон уж точно бить не пойдем. У нас ключа нет. Все так. Я думаю, блядь, нечего сидеть там еще сколько времени. Время уже поздно, блядь. Но я точно. Пипец, поздно, да. Короче. Она и обучает долго. Кто за это? Блять, все же здесь третьего рейда. Завтра кто может прийти? Мы на этом останавливаемся на сегодня. Дальше не пойдем. Время поздно уже. Да. Да, но дальше не пойдем в любом случае. Спасибо. Завтра, скорее всего, четвертого рейда не будет. Так что можете, наверное, не рассчитывать на четвертый. Что там РЛа нету или что? Там не только РЛа нету, там людей нету. Очень многие забили, написали. То есть, ну, из-за того, что лет. То есть, из-за этого и проблема в третьем тоже, как оказалось. То есть, мы даже одну смену найти не можем. Да, всем спасибо, что пришли, блядь, время уже поздно просто.
Так что, скорее всего, завтра будет. А в это же время, скорее всего, в 7 вечера. Анонс сейчас даст, да, Витьком? Да, я завтра им, наверное, дам.